За мной, оказывается, ехала какая-то гранта. Там дальше узко начинается. Всем привет. С вами Мото 72. И в этом видео я, короче, сейчас вытащил скутер. И, наверное, сейчас будет покатушка, но это не точно. Он там, короче, стоит. Я его вот только вытащил и сразу взял карту. Я даже его не запускал. Вот сейчас сразу на холодный просто. Двигатель холодный, он абсолютно холодный, вот, вот колено трогает, холодный, запускаем, да, сейчас, одна рука вообще неудобна. Так, вроде все. Запускаем. И едем. Или нифига не все. Сейчас, короче, еще раз попробую. Так. Мне просто вообще неудобно вот так вот, как я сейчас сделал. Вообще нисколько неудобно. Все, едем, вроде бы. Я надеюсь, меня слышно более-менее. Это первая катушка, извините, если звук плохой будет. Я, в принципе, ну тут вот такой скрутный фронт есть. Такие вот дела. Сейчас, короче, я вместе. Сейчас мне остается уже часа два, наверное, до школы. Я решил прокатиться. Вот. Короче, да, я жесткий. Ну, короче, такие вот дела. Сейчас, короче, едем в одно место. Потому что... Дофига пожарных, потому что, ну, тут, короче, рядом пожар сейчас, вот прям в этот момент пожар идет, вот, получается, горит там дом, вот, и, короче, мне 2 часа до школы, и вот я решил покататься. Так, я очень надеюсь, что меня очень хорошо слышно. Это серьезно, сейчас я говорю. Блин, еще камера так плохо закреплена. Ну, не камера, а телефон. Вот. Так, короче, мы сейчас просто едем кататься. Такая маленькая покатушка. Наверное, она ненадолго. Вот. Ну, G-Link, он едет супер, намного лучше, чем Honda. Я когда на дачу приезжал, я ее замерял, она ехала где-то 56. Но если колесо прям сделать хорошо переднее, то она все 60 должна повалить. Вот. Короче, вот такие вот здесь виды. Красивые виды на Туру. Вот, на речки всякие. Короче, вот такие вот дела. А, G-Link, я замерял, он нормально так прет. Я его 64 разгонял. Причем он здесь 50 кубов. Но даже с 64 мне было страшно ехать. Вот. А, что еще вам сказать?
Я просто не знаю, это, я серьезно сейчас говорю, что первая покатушка, я ни камеру не настроил, ничего не настроил. Я просто вот взял, камеру поставил себе в куртку, точнее, телефон в куртку поставил, на селфи-палку, и все, я вот сейчас еду. Ну, в принципе, я как смотрю, я посматриваю на камеру, на телефон, и, в принципе, даже вроде все видно. Вот. Такие вот дела. Это я сейчас на даче нахожусь, это я сейчас дома у себя. Вот. Я вообще изначально сейчас хотел покататься, то есть я на джолинге, а друг мой на пите, на ТТРе, на Эльбусе. Вот, но у него дела, и мы не смогли покататься. Блин, что-то ветер прямо светит. Блин, за мной походу. Блин. Короче, сейчас всю эту дорогу за мной, оказывается, ехала какая-то гранта. Я обернулся, посмотрел, увидел эту гранту, разогнался сейчас. Она вроде отстала. Потому что сейчас пишут тут в УГО, что типа хотят устроить рейд. То есть нас отлавливать тут. Ну я не знаю зачем вообще. То есть ничего, что мы мешаем, типа. Едьте куда-нибудь, отдыхайте в другое место, типа. Ой, собака. Так. А если вот, типа, так, проеду, не проеду. А если вот, типа, говорят, что... Нет. Ё-моё. Все, я развернулся, включаю зажигание. Да блин, вообще, камера плохо фиксируется. Сейчас попробую как-нибудь по-другому. Так вот, может будет нормально. Но это еще потому, что кочки всякие. Так, все, короче, едем. Я серьезно думала, что покатушка будет, не очень такая уж и долгая. Я уже смотрю, 8-9 минут, что ли. Я сейчас посмотрел просто. Так что, ну, в принципе, нормально. Вот, если вам, в принципе, нравится, вот сейчас я выложу это видео, вам понравится такой формат, то я, в принципе, могу иногда выкладывать такие видео. Могу вообще, если много лайков, буду снять обзор ТТРа Ирбиса. Вот. Сейчас, короче, просто катаемся. Блин, можно было вообще туда пойти. Ну ладно, нет. Блин, вот я просто, если я буду молчать, то это будет скучно, то, что просто едем. Вы тоже в комментах напишите, типа, мне как лучше просто ездить, кататься или, ну, разговаривать, короче, или просто ехать и вот так вот молчать. Вот так вот, короче, просто ехать и молчать, какую-нибудь музыку просто наложу. Вот так вот. Блин, вот мне еще страшно, то, что там пожар, да, горит, и могут сюда в любой момент сейчас заехать просто менты. И все.
я ничего не знаю, куда ехать, куда чего, куда вообще. Я тупо ничего не знаю. Вот. Давайте сейчас проедем туда прямо. Вот. Короче, в телефоне заканчивается место. Вот он я. В телефоне заканчивается место. Я, короче, все, наверное, пока тушка закончилась. Я так думаю. Давайте ножку поставим. Вот, короче. Наверное, в принципе, видео получилось. Я думал, еще короче, но оно, в принципе, нормально получилось. Так что давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это, да, пишите комменты, обязательно. Ну и, короче, всем удачи, всем пока-пока.